Приветствую, дорогой подписчик. Ты смотришь канал Максимка Проверит. Проверь, что ты подписан на канал. Если не подписан, нажми на красную кнопочку в описании. Подпишись, чтобы быть в курсе новых роликов. Поставь лайк обязательно. И когда смотришь видео до конца, напиши свое мнение о данном сюжете. Приятного просмотра! Ну что, ребят, я уже в Ташкенте. Вот такой вот продукт. Изготовлен 7-10. Годности сами видите. А сегодня у нас 21 августа. Неплохо так, неплохо. Одна, две и три. Пойдем попробуем купить. Сколько 200 можно купить? Ну, нет, спасибо. Только 200 нету. Нету 200? Нет. А что это? Салфетки? Да. Ну, давайте. А не подскажете, если мне качество не понравится, я возврат могу сделать? Возврат, если качество не понравится, могу сделать? Да, с чеком. А, хорошо. Возврат, качество не понравилось. Чек, упаковка. Ну, очки она и в Москве. Хорошо. Возврат, она очень она и очень останется. Хана? Не понимаю. Товар хана. Употребил. Затем, что я его купил, он был мой. Я могу его употребить. Просто пакетик, да? Да. А это печенье? Съел. Зачем? Зачем съел? Да. А зачем кушать надо? Чтобы так животик бы хороший был. Так бы нельзя возврат? Можно. Я спросил, если товар мне не понравится, можно возврат сделать? Вы сказали, чек, не товар. А на кончах рыбели. Оп, вот где он? Где некачественный товар? Она лучше дегиста, хорошо. Если товар некачественный, я могу возврат сделать? Хорошо. Вот тоже вот это принеси. Зачем? Я фирма возврат буду. Да ладно, выкину просто так. Нет, вот плохой сейчас товар. Давайте. Жду, да, тогда? Кто-то подает? Нет, вот замок. Вот этот? Да. Хорошо. Здравствуйте. Купил товар, качество не устроило, возврат хочу сделать. Можно? Возврат? Да. Хорошо, товар принеси. Вот, пожалуйста, принес некачественный товар. Нет, это упаковка же. Это упаковка от некачественного товара. Хорошо, товар некачественный принеси. Некачественный. А зачем? Как? Он же некачественный. Вы же такое выкидываете? Нет. Не выкидываете? На фирму сдаем. Вы такое продаете? Мы сдаем обратно на фирму. Ему докажем, что не... Да, вот, вот, товар. Смотрите. Нет, товар принеси, вот, мы посмотрим. Вот, если... 7, 10, 21 взять и 10 месяцев прибавить, это получается на 2 недели просрочено. Вот, плохой товар, плохой, просроченный. Не, хорошо. Когда ты открыл, здесь да, товар был? Да, просроченный, а товар был. Обратно не принес? Потому что он просроченный. Хорошо, мы должны его видеть, проверять, надо. Вот, нам проверьте, пожалуйста, вот смотрите. Не, вот, мы по упаковке вот не можем это. Не можете? Нет. Возврат не сделаете? Не, нам надо товар. Я вот за некачественный товар, который просрочен на 2 недели, возврат хочу. Хорошо. Хорошо. Товар принеси, мы тебе... А, возврат... еще принести? Товар принеси. А, сейчас. Там на полке просто еще лежит, я еще принесу тогда, ладно? Вы подскажете, вот это хороший товар? Вот целый. Это хороший? Яхши? Или просрочен на 2 недели? Можно купить? Просрочку можно купить? Нет. Почем просрочка, не подскажете? Почем просрочка? Почем просрочка? А ты его купил его? Да вот же, купил же, вот. Не, хорошо, где купил? Вот, купил, вот. Хорошо, внутри что-нибудь? Выкинул, выкинул. Нет, ты пустую. Я могу выкинуть? Мою? Я хорошо, могу выкинуть? Выкинуть? Мусорку выкинул. Принеси, хорошо. Где мусорку покажите. Отрасли? Вон мусорка, да? Можете мусорку? Можем. Давайте. У
Бутфрог от кем, не могу. Нормальный? Не просроченный. Не просроченный? 10 минус 2 будет плюс 10. 8, 7, 0, 7, 0, 8. Сейчас какое августа? 21? 21. А просрочилось 7-го. Просроченное, да? Давайте. Чек дать. В мусорку вот это выкидывать будем? Давайте. А пакет мой только верните, ладно? Заплатил просто за него. Деньги отдашь тебе за пакет. Тоже за пакет отдашь? За хорошо. Пакет тоже. За пакет тоже отдашь. Давайте, сюда напишите. Давайте. Пожалуйста. А что надо писать? Пакет нам был возле. Это не мое все. Все? Все? Да. Это ваше? Да, да. Хорошо. Можно сниму? Да, можно. Отлично. Назрат, взяли деньги? Да? Все? Да, спасибо. Все. До свидания. Пока-пока. Ну что, собственно, первый магазин отснят уже. Надо будет в следующий раз быть пожестче, пожестче. А то прям так намекаю, легко, что такая просрочка. Ну, погнали дальше. Ребят, собственно, вот такая вот небольшая инструкция. Вот, значит, если вам в банкомате выдали 100 тысяч, то вы можете сходить купить просрок на 100 тысяч, вам дадут на нее сдачу. Потом вы эту сдачу можете поменять. В общем, у вас будет очень-очень много мелочи. А потом приходит жена и все забирает. Ран. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем привет из солнечного Ташкента. Всем пока.